На выставке очень часто, когда затрагиваются строительные материалы, будь то виниловый сайдинг, декоративное уличное покрытие или еще что-то, производители или продавцы очень часто говорят о том, что их материалы не боятся ни жары, ни холода, ни мороза. А вот компания «Альтопрофиль» взяла это и показала, поместила виниловый и акриловый фасад, точнее их фрагменты, вот в такую льдину. Компания «Альтопрофиль» называет себя первым отечественным производителем качественного сайдинга. Имеет полнофункциональное производство с широкой дилерской сетью по всей России. История «Альтопрофиль» началась в 1999 году. Тогда компания открыла собственное производство. И было всего три направления. Реечные потолки, изготовление пластиковой вагонки, линия была привезена из Польши и панели МДФ. На сегодняшний момент у нас более 50 экструзионных линий, более 20 линий термопласт-автоматов. Вот все, что мы добились за эти годы. А вот так вот, если по пальцам перечислить, не сразу все бросается в глаза, что конкретно производите? Ну, наши локомотивные основные позиции – это, безусловно, виниловый акриловый сайдинг, фасадные панели и водосточные системы. Это такие позиции основные, которые сейчас, в производстве которых мы являемся безусловными лидерами на рынке, на нашем отечественном. Соответственно, плюс к этому мы производим еще большой ассортимент пластиковых панелей, подоконников, пластиковые вагонки и энное количество новинок, которые мы на этой выставке планируем показать. А вот на том, как показать, остановимся чуть подробнее. Серьезность подхода к презентации чувствуется еще за несколько метров до стенда. Собственно, сам стенд – не что иное, как огромная площадка для шоу. Оказывается, попав на выставку, можно попасть на спектакль. Именно так компания «Альтпрофиль» пытается презентовать свой продукт. Что ж, креативный подход. Можно сказать, что есть креатив и в производстве самого продукта. Ну что ж, узнаем об этом сразу после шоу. Вот так с ведущими статистами под музыку на стенде компании «Альтопрофиль» собирается дренажная система. Тот редкий случай, когда главный на сцене не актер, а реквизит. Новинка компании. Сначала в ход пошел линейный дренаж. Компания «Альтопрофиль» представляет его в виде пластиковых каналов. Это оптимальный вариант организации дренажа на различных территориях, который позволит сократить расходы на транспортировку и монтаж. Тут же представлены полимерокомпозитные и пластиковые лотки. Обратите внимание, как они легко собираются. Примерно то же самое, также быстро и виртуозно, можете проделать и вы, только не на сцене, а у себя на участке. Сцена следующая. Теперь здесь главный персонаж – декоративное уличное покрытие. И не просто покрытие, а качественное, долговечное, прочное и надежное в эксплуатации. Создано из высокопрочного пластика, который выдерживает нагрузку до 25 тонн. Полностью адаптировано под российский климат. Прошло испытание и 60-градусной жарой, и 50-градусным морозом. А вот и инновационная система крепления фасада. По сути, это пластиковая обрешетка, которая точно соответствует параметрам фасадной панели или сайдинга. С такой обрешеткой даже строительный дилетант быстро и качественно обошьет свой дом современными фасадными плитами. Пластик прочен, экологичен, легок. Благодаря ряду качеств улучшается вентиляция фасада. Высокотехнологичному креплению – высокотехнологичный сайдинг. В этот раз компания «Альтопрофиль» представила целую виниловую коллекцию под названием «Аляска». Впрочем, о ней отдельный разговор. Это коллекция винилового сайдинга под брендом «Аляска», которая имеет абсолютно новую текстуру и абсолютно новые цветовые решения. Также она имеет очень удобную, как с маркетинговой, так и с практической точки зрения, площадь листа, форму листа. Поэтому мы надеемся, она тоже завоюет свое признание на рынке. Также масса практических решений применено в этой системе крепления фасадов, которые вообще еще никогда не присутствовали на рынке. Я надеюсь, что эта продукция будет очень востребована. А вот сайдинг о компании «Альтопрофиль», он, можно сказать, что он позволяет прослужить дому дольше? Конечно, однозначно. Именно этот продукт и позволяет добиться того результата, который хотят все люди. Сделать ремонт один раз и на долгие годы. Именно сайдинг позволяет практически более 30 лет больше не подходить к наружной отделке дома, кроме как помыть его,
почистить от пыли, все. Во время нашего интервью мы так или иначе вспоминали то, что было там 14-15 лет назад, 20 лет назад, и то, к чему вы пришли сейчас. Соответственно, видя всю эту трансформацию, само по себе напрашивается слово «успех». А в чем секрет вашего успеха? Секрет, наверное, простой. Это, прежде всего, это производство качественного и востребованного продукта. Всегда девизом нашей компании было честно и правильно позиционироваться на рынке. То есть за все эти годы от нас ни один клиент не ушел, несмотря ни на какие кризисы, несмотря ни на какие потрясения, в силу того, что мы всегда ведем себя очень корректно, очень честно и лицом к клиенту, и клиент отвечает нам тем же. Мы поэтому совместно идем к общему нашему успеху, к такому результату, как мы видим сегодня.